3-4-5 раз дороже, она рядом лежит, обычно хороший, абсолютно безопасный для нас, для моих детей и внуков продукт. Еще корпус вредные продукты. К этой группе что мы можем? Я никогда не говорю о вредных продуктах. Нет вредных продуктов. Все, что человечество путем проб и ошибок, многочисленных смертей, ну, там, летом, тысячелетия назад, отнесло к продуктам питания, все и есть полезные носители энергии, носители необходимых нам пищевых веществ, белки, жиры, углеводы, витамины, минеральных веществ, микроэлементов и так далее. Важно не какой продукт ты съел, а сколько ты его съел и как часто ты его ешь. Виктор, человек слаб. Да ладно, он идет на поводу своих... Да, я говорю, пожалуйста. Может быть, надо как-то обложить налогом. Но вот в некоторых странах на продукты с высоким содержанием соли там повышенная ставка налога. Наоборот, те продукты, которые сниженное содержание соли, сахара, сниженное содержание жира, там какие-то дотации, какие-то преимущества. Это многие страны европейские, ну не многие, но целый ряд стран идет. Государственное регулирование. Да, но помогите человеку соблюдать вот эти законы. Спасибо вам большое, Виктор Александрович, за интересный разговор. А мы продолжаем. В ближайшем будущем паллиативные пациенты смогут получать лекарства, которые необходимы в любой аптеке, а не только в той, к которой они прикреплены по месту жительства. Такие поправки разрабатываются в Министерстве здравоохранения. Эта мера позволит сделать обезболивающие препараты для неизлечимо больных более доступными. Также в скором времени может быть увеличен срок действия рецептов на наркотические анальгетики. Сейчас он составляет 5 дней. В законопроекте, который в Госдуме прошел первое чтение, этот период предлагают увеличить до месяца. Хотя, как отмечают эксперты, реальнее всего, что в итоге срок составит от 10 дней до 2 недель. Но помимо лекарств, в паллиативной медицине очень важна подготовка врачей. О том, как работают сотрудники Тульского хосписа, смотрите в следующем сюжете. Первый в Москве профильный хоспис был открыт в ноябре 1903 года. Ну так, с трудом.